все дальше и дальше от нас события того трагического 41-го года. Но наша память и по сей день не дает забыть то, что пришлось пережить советскому народу в том кровавом июне 41-го года. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. И встал в ту ночь великий щит народа и принял в грудь ударов первый шквал, чтоб год за годом, все 4 года, не утихал сплошной 9-й вал.